Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дината Спейс, и вновь я говорю вам добро пожаловать на рубрику «Посылочки». В этот раз у нас две их, довольно маленькие, но довольно крутые. Первая — TCG Players, да, сразу многие из вас могут догадаться, что здесь. А вторая, точно не знаю, это Pretty Pieces, это вроде бы детальки для клонов, не кастомные, а именно те, что нужно, дабы сделать мои легионы. Ну, давайте начнем с TCG Players. У меня наконец-таки появился нормальный ножичек, которым мы сможем распаковать посылку. Так что давайте приступим к распаковке. Да, и как сразу становится проще распаковывать эти все посылки с хорошим ножичком. Ну, в принципе, вот мы уже миновали скотч. Что у нас внутри? Все. И это все, что внутри. МТГ. Давайте посмотрим. Это замечательные, невообразимо феноменальные карты. Упс, они выпали. И давайте глянем, какие именно здесь присутствуют. Упс. Извиняюсь. Так, свет. Шлем Лорда Теней. Вроде бы. Это аура. Маска Вацины. Gift of Immortality 2. Agentum Armor. И Order of the White Shield. Замечательно. Просто шедевральные вещи. Ну и кладем их сюда. Ну, вы, конечно, не видите, но я положу многие из них, например, вот эти две точно, в свою основную колоду по МТГ. Ну, это для разогревочки. У нас все еще присутствует вторая посылка. Она ждет быть интереснее. По крайней мере, я так надеюсь. Из Абботсворда. Какой-то такой город. Давайте. Главное не прорезать то, что не нужно. Это будет неприятно. Ну, вроде бы миновали хорошо. И что же внутри? Давай. Я не помню. Нет, скорее всего, да. Детальки. А, нет! А, да, это детальки, окей. Это небольшое количество деталей. Если как он их запечатал. Вот это запаковка, я таких еще не видел. Вау. Смотрите, как он круто все это сделал. Смотрите, даже мануальчик. Мануальчик. С разными вещами. Ну, давайте посмотрим. Вот такое это все плиточки. Так, как бы это достать теперь? Вон, давайте начнем с малого. Что это такое? Ага. Ну, да-да-да, я помню. Торс для 212 батальона и туловище Оби-Вана. Кеноби! Отлично. 2005 года. Так, ну, это все мы кладем сюда. Ну и что же еще? Это, друзья мои, ноги. Чьи? Правильно. Разные белые. Для кого? Для моей клонов, потому что их будет довольно много, и аксессуары для них, конечно же, требуются. Требуются они для того, чтобы, в принципе, они были полноценными, не только с самодельными шлемами, но и в целом со многими другими вещами. Вот посмотрите, сколько ног. Ног для клонов. Супер. Дальше. Что у нас здесь? Ага, здесь шлемчики. Некоторые взял так. Такой вот замечательный. Первая фаза брони. Ну, один, почему бы и нет. И тут еще... О, да. Так, еще один такой. И самое, что ни на есть крутое, шлем по второму эпизоду 2002 года. Это очень крутая вещь. У меня такой один всего в коллекции. И они очень редкие, потому что они с прорезью. И тут у них даже шея закрыта. Очень круто. Так, что здесь? Ага, здесь такие детальки. Он действительно как-то интересно подошел к запаковке всех этих деталей.
такая интрига до сих пор сохраняется, заметили? Так, ну здесь все эти детали, они так запакованы. Это черного цвета, ну, фактически это форма из серии Power Miners, на самом деле, просто она другого цвета и более плотное здесь основание. Сейчас я вам покажу, какое. Это основание, оно плотнее идет и толщено, что замечательно, я считаю. Так, дальше. Тут у нас по одной, видимо, уже пошли детальки тут запечатанные. И вот тут у меня есть небольшое нарекание. Скотчем это обматывать не следует, потому что как распечатать, никто не знает. Так, что это вообще? А, все, вспомнил. Это маленькие черные плиточки, сглаженные. Вспомнил, так, чтобы не пропустить еще. Здесь, ОУЕ, да, шлем из UFO, замечательные детали. И тут, по идее, да-да-да, тут голова Сквитрана. Ух, какая новенькая! Офигенная, посмотрите. Принтинг вообще не стерт, несмотря на то, что этой голове уже 8 лет. Сами можете видеть, как она круто сделана. Так, аккуратненько положим, чтобы она не поцарапалась никак нигде. Так, тела клонов. Ну, это, я думаю, всем понятно, что вещь, конечно, так сказать, essential, то бишь, ну, без нее никуда. Давайте ее и всех достанем. Так, тут еще, стоп, что-то еще. А, шлем для кастомного Гатса в броне Берсерка. Если развернуть, похоже на то, что было в манге. Так, ну и сами тела. Так, что это? Ага, это сколько они? Вот, тела для клона. Супер. И тут, ну, остальное такое, техник маленький для самоделочек, значит, биониковских. Вот такой вот разный всякий. Всякая мелочевочка. Ну и вот это тоже мелочевка фактически, но очень полезная, друзья. Вы не представляете, насколько эти детали могут пригодиться в самоделках. Точнее, не пригодится, они там тоже ключевые. Они так в пакетиках, оказывается, в хороших, их отклеить можно было. Эх, а я дурак. Ну ладно. Оставим это так, выкинем. Ну, на самом деле, отличный продавец. Все, что он продал. Вы сами можете видеть, сколько эти детали отличны. Ну и плюс вот это для самоделок по бионику. Такие нужны. Ну и легионы клонов. Ждем самодельные шлема. Вот, и уже можно будет приниматься за, так сказать, работу. Потому что создавать их тоже нужно. Тело Оби-Вана у меня такое есть, но оно у меня к ногам приделано из-за того, что это был магнит. Ну и наконец-таки есть, знаете, уже такое, которым можно любые подставить. Тут оно, мне кажется, чуть треснутое. Да-да-да, видите? Придется подклеивать их. Ну что поделать. В принципе, замечательно. И плюс детальки небольшие, вот такие из Power Miners. Что ж, всем спасибо за внимание, всем желаю удачи и ждите самоделок.